Добрый день, уважаемые телезрители. Эфир телеканала «Россия» продолжает программа «Первые лица». И сегодня в студии государственного телевидения глава города Ульяновска Марина Беспалова. Здравствуйте, Марина Павловна. Добрый день. Рад вас приветствовать в нашей студии. Месяц назад вы у нас были, но вопросов опять накопилось великое множество. И давайте поговорим о городском хозяйстве. Но начнем, наверное, со стратегического вопроса, а точнее со стратегии 2030, которая, кстати, уже завершена ее разработка. Или вы еще будете продолжать работать? Ну, мы практически на выходе принятия на финале. И хочу сказать, что ту работу, которую провела консалтинговая проектная компания Сбербанка Strategy Partners Group, очень эффективно сделала работу. Есть оценка экспертов по данному вопросу. Ну, во-первых, проведена оценка текущего состояния социально-экономического развития Ульяновска, проанализированы все показатели инфраструктурного развития, структуры экономики. Значит, внесены предложения, рассмотрены все вопросы по приоритетам развития, в том числе по отраслям, по всем ключевым показателям. Была сделана оценка качества жизни жителей, оценка инвестиционной показательности и качества предпринимательского климата в городе. Вообще за последние 30-35 лет такую оценку и такой анализ в городе не проводился. И мы работали как... То есть ваша команда первая, которая этим занялась? Ну, этим занялась еще предыдущая команда, мы ее сегодня завершаем. Вообще стратегия развития муниципалитетов, регионов, отраслей – это пилотные проекты партии «Единая Россия». И вы, да, совершенно верно подметили, что стратегия развития 2030, мы пошли до 30-го года, потому что у нас генеральный план до 30-го года. И на сегодняшний день вообще, если мы вспомним Советский Союз, то плановая экономика, она всегда была, присутствовала, являлась основой развития. Ну, вам-то и отрасли, это лучше меня известно, да, поскольку и отрасли, вы работали. И в целом государства, и территории, и больших, и маленьких. А распад Советского Союза в 90-е годы привел к хаосу. И сегодня мы имеем то, что имеем. У нас не было практически нигде, не только в нашем регионе, в городе, но и в других регионах Российской Федерации, плановости в развитии любой отрасли. И поэтому мы сегодня пришли к тому, к чему пришли. Ждите, коллеги, за опытом теперь приедут. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. И поэтому та ситуация, наверное, в том числе, которая сложилась сегодня, к сожалению, в братской Украине и в других республиках СНГ, подтолкнула в целом Россию, правительство, президент к тому, что нужно особо обратить внимание на развитие внутреннего рынка, промышленного производства, предприятий, продукции, услуг, товаров. И поэтому сегодня наш город, наш регион, он развивается немножко в другом формате, более с более лучшим и предпринимательским климатом, и инвестиционным климатом. Конечно, надо отдать должное, губернаторам приложены все усилия для того, чтобы модернизировать все производство промышленных предприятий, приложить все усилия. Это этап они очень сложные, объем работ большой, и результата сразу не увидишь. Но то, что на сегодняшний день нет снижения по всем экономическим показателям развития города, в первую очередь, конечно, это видно. И я полагаю, что у нас не прогнозируется снижение объемов производства, наоборот, только рост, и это за хорошо, потому что у нас предприятие оборонно-промышленного комплекса, мы получаем заказ, да не только для оборонно-промышленного комплекса, но и для потребления на внутреннем рынке тех или иных услуг и товаров. И поэтому, когда рассматривали данный вопрос, то к нему подошли скрупулезно, исследовали все соседние регионы, не только соседние регионы, но и посмотрели рынок производства товаров, услуг и соседних с нами, сопредельных, близких к нам государств, в том числе СНГ, и Европу рассматривали, евразийский рынок рассматривали. И вообще стратегия, она предусматривала три этапа в рамках технического задания. Это первый этап направлен на формирование ресурсной базы с последующей реализацией ключевых стратегических проектов. Второй этап был направлен на
комплексное развитие человеческого капитала. Это самая главная, самая большая проблема, которая сегодня есть, это, конечно, люди, это кадры, поэтому этим заниматься нужно отдельно. И третий этап направлен на внедрение новых технологий в сферу городского хозяйства, в социальную инфраструктуру, ну, естественно, ускорение развития высокопроизводительных секторов экономики. Есть такое понятие – производительность, производительная сила, да, трудовые ресурсы. И сегодня, конечно, для этого нужно… Для этого сегодня губернатор выделил в отдельное направление, и очень, вы, наверное, слышите часто и по телевидению, и в СМИ вообще, такое понятие, как человеческий потенциал, человеческий капитал. Это отдельная тема. Поэтому, когда рассматривали стратегию, вы посмотрели абсолютно все ключевые моменты, и сегодня стратегия представлена жителям города, горожанам, экспертам в той или иной области на оценку. Мы выходим уже на финиш, и 24 июня мы будем принимать на расширенном заседании Ульяновской городской думы стратегию в первом чтении. После того, как мы ее примем в первом чтении, мы будем также дорабатывать и обсуждать, вносить корректировки, потому что очень много предложений пришло сегодня и отраслевых министерств правительства Ульяновской области, от предприятий и от самих жителей. Поэтому после принятия в первом чтении мы публикуем данную стратегию и работаем дальше. И уже после отпусков, как правило, это или конец августа, или начало сентября, мы примем стратегию на уже в окончательном варианте. Затем следующий этап. Следующий этап – это актуализация этой стратегии в рамках среднесрочного бюджетирования. То есть бюджет города Ульяновска, Ульяновской области, Российской Федерации, потому что мы активно принимаем участие в федеральных программах и в областных. Актуализация на 15, 16 и 17 год. И также предусмотрена и корректировка стратегии каждый финансовый год, сопровождение. И проектная команда, которая сегодня подрядно прорабатывает эту стратегию, также предусмотрела критерии оценки реализации данной программы, данной стратегии. То есть это будет подвижный документ, это подвижный с учетом документ, жизненных, да, корректив, он, да, будет тоже изменяться. Верно. И эксперты, и сама компания проектная, в рамках подготовки вопросов или оценки критерий сделала заключение, рекомендация, что если стратегия выполняется на 50%, то это выполнение реализации успешное. Угу. А если порядка 20%, то тогда необходимо срочно корректировать саму стратегию. И это очень важно. Поэтому на сегодняшний день, когда мы рассматривали данный вопрос, это было также предусмотрено в техническом задании. Именно критерии оценки реализации данной программы. Ну, программа достаточно полномасштабная. Она также разделена по реализации на три этапа. То, что мы сегодня без проблем можем реализовывать и реализовываем, мы это актуализируем на бюджет. Второй этап – это то, что мы в ближайшей перспективе будем делать, то, что требует финансирования, но не таком объемного. И третий этап – это очень большое финансирование, это перспектива развития самой территории. Мы прекрасно понимаем, что на реализацию данной стратегии необходимо денежное средство и финансирование, и поэтому мы не только рассчитываем на свой бюджет, мы его сегодня смотрим, но мы будем принимать участие, принимаем, я уже говорила, в областных, федеральных программах, и, естественно, мы полагаем, что частный капитал, средний, малый, крупный бизнес также будет в рамках реализации тех или иных проектов принимать участие в финансировании. Вот проект, который сегодня прорабатывается по благоустройству и развитию территории набережной Волги от президентского моста до императорского дальше. Вопрос, который сегодня мы рассматриваем, это благоустройство набережных реки Свияги, тоже из Засвияжья и с Ленинского района. Поэтому эти все проекты, они затратные. Строительство инженерной инфраструктуры, транспортной, дорожной. То есть сегодня все разбито по этапам, по срокам. И для нас очень важно, если
и мы будем к этому стремиться, приложим все усилия, чтобы стратегия реализовывалась не менее как на 50%. Тогда среда обитания, проживание, комфорт в городе, все условия, естественно, они скажутся и на настроениях тоже горожан. Но мы к этому должны стремиться все, не только власть, но и сами жители. Поэтому очень много инициатив от жителей поступает. Даже вчера рассматривали проект «Народный бюджет», где поступило очень большое количество от жителей инициатив для того, чтобы внести бюджет 2016-2017-2018 года, те или иные инициативы по развитию тех или иных территорий, микрорайонов, районов. Это уже говорит о том, что жители неравнодушны. Если в зал пришло порядка там 50-70 человек, это уже есть толчок к развитию, это уже есть неравнодушие к той территории, где проживает наш горожанин. И это есть то, что люди хотят сделать так, чтобы в городе было красиво, чисто, уютно. Только вместе мы можем это решить. Ну, давайте еще раз подчеркнем, что эта стратегия 2030, самый основной ее критерий – это качество жизни, да? Улучшение качества жизни. Одним из показателей современного города является строительство новых жилых микрорайонов. И здесь вот очень яркий пример – это микрорайон Репино. Кстати, ваш избирательный округ, по-моему, да? И совсем недавно вы там были вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Наша съемочная группа тоже присутствовала. Посмотрим репортаж. Перед началом объезда губернатор Сергей Морозов заслушал отчет главы Ульяновской администрации. Тема благоустройства набережной Свияги возле микрорайона Пески. По словам Сергея Панчина, пешеходный мост уже привели в порядок. До 1 июля на трассах заменят полотно. От фарм-колледжа до аквамола проложат тротуар. Мы тротуар проведем по линии, вот где были гаражи, по линии школы и общежития фарм-колледжа. Если не удастся, то мы, значит, его проведем здесь по берегу реки Свияги. Отдел Засвияжских к делам северной части. Репино – бурно развивающийся микрорайон. Поликлинику и первый детский сад здесь уже открыли. Ответственным лицам поручили решить проблемы с освещением и асфальтированием. Не забыли и о других задачах. Что мы и каким образом должны сделать для того, чтобы здесь были реализованы наши планы, которые мы неоднократно с Мариной Павловной еще год назад, два года назад обсуждали. Она достаточно там тогда жестко настаивала, чтобы здесь были построены школы и детский садик. А это то самое место, где хотят строить упомянутые объекты. Школа на 825 мест и детсад на 240. Документация по нему сейчас проходит экспертизу. Где будет прямо вот эти два объекта? Вот, вот сейчас вот они будут прямо вот здесь. Вот. То есть мы стоим вот в этой вот точке сейчас. То есть прямо вот здесь вот этот вот угол школы. Следующий это детский сад. На данный момент также проектируется ФОК с бассейном. Их хотят построить в Репино недалеко от трамвайного кольца. Губернатор поручил разработать новую транспортную схему микрорайона с объездными дорогами. Конечной точкой объезда стал бульвар архитектора Шаде. Здесь достраивают очередной жилой сектор. Итоги объезда подвели на совещание. По словам губернатора, микрорайон хотели строить еще в годы СССР. Но из советского плана застройки почему-то выпали социальные и транспортные объекты. Эти ошибки исправляет область с городом. Только на Репино требуется 1,5 миллиарда рублей. Эдуард Истомин, Борис Шабалдов, Вести Ульяновск. Марина Павловна, что осталось за кадром? Может быть, наш корреспондент что-нибудь не увидел? Ну, можно разделить это ваш вопрос, на него ответить по двум направлениям. Первое. Ну, за кадром осталась та благоустроенная территория, которая уже существует. Это самое начало строительства микрорайона Репино. 1989 год. И первые дома 37-й, 39-й, 41-й. То есть сегодня там ТСЖ Репино. Это уже благоустроенный небольшой микрорайончик с хорошей инфраструктурой, с хорошими детскими площадками, спортивными, с благоустроенным двором, где высажены деревья, где есть разбитые клумбы. То есть пример для соседей. Пример для соседей. Недостаток в этом микрорайоне – это, естественно, недостаток школ, детских садов, спортивных учреждений. Ну, вы сами сказали, 90-й год. Да, 89-й год. И, конечно, дорога и освещение. Транспортная инфраструктура. С учетом того, что вот я в начале нашего разговора сказала о том, что все строилось хаотично,
не планировалось, и поэтому мы сегодня имеем то, что имеем. Поэтому стратегия, она важна, является важным документом для развития города и каждой территории. И поэтому в данном микрорайоне мы уже в этом году начнем строительство детского сада. У нас предусмотрено финансирование, мы вошли в федеральную программу «Детские сады детям». Это также проект партии «Единая Россия». Он уже практически в стадии завершения. И город Ульяновск выходит на те целевые показатели, которые определены указами президента майскими 2012 года. И на сегодняшний день у нас нет проблем с дошкольными учреждениями от 3 до 7 лет. У нас есть проблемы по двум районам от 2 лет ясельной группы. И поэтому большая программа и на текущий 2015 год, и на 2016 год. И хочу вам сказать, что мы в этом году и начнем школу. Подготовительные работы, земляные, строительство школы, потому что со следующего года также предусмотрена федеральная программа по общеобразовательным школам, и мы планируем не только строить школу, но и пристраивать пристрои, возводить пристрои и капитальные ремонты, реконструкции школ. Потому что практически все школы, они построены очень давно. А мы последнюю школу сдали, если мне память не изменяет, это в 92-м году или 93-м. Это 83-я школа на нижней террасе. И поэтому на сегодняшний день новых школ в городе Ульяновске нет. И проект, который сегодня разработан, прошел экспертизу на 825 мест, 33 класса в микрорайоне Репино. Это современная школа. На 240 мест детский сад, я уже сказала. И также мы вошли в федеральную программу и начинаем строительство бассейна также в микрорайоне Репино. Там предусмотрено два сооружения – бассейн и многофункциональный спортивный зал. Ну и, естественно, мы предусматриваем также вопросы, касающиеся здравоохранения. Мы сегодня открыли там офисы врачей общей практики. Это, естественно, недостаточно, поэтому буквально в течение этого месяца уже объявлены торги. Мы приобретем еще 2 помещения. И сегодня офис врача общей практики есть на Жалькевиче, улице Жалькевича, 5, и на улице Архитекторов. И приобретение 2 помещений еще нам позволит скомпоновать и новые центры и оказывать более качественные услуги. Мини-поликлиники. Да, сегодня, допустим, на Жаркевича и педиатр, и для взрослых. Это неудобно, поэтому пока это сегодня так. И как только мы помещение приобретем, отремонтируем, комплектуем, мы сразу сделаем немножко по-другому логистику. Допустим, здесь на Жиркевича будут взрослые, на Архитекторов будут детки. На следующих улицах, там, которые, где ведется строительство, мы приобретаем помещение опять взрослые и детки. То есть это будет отдельно, потому что взрослые и дети в одном помещении – это очень, не очень удобно. На сегодняшний день огромная проблема транспортная и дорожная. У нас есть проекты сегодня, они тоже затратные. Это расширение проспекта Нариманова и кольцо вокруг, разворотное кольцо Юности, Репина и проспекта Нариманова. У нас предусмотрен выход и есть проект строительства дороги на Сельдинское шоссе с Репина на Урицкого. Все это предусмотрено генеральным планом. Везде земля зарезервирована, везде ведутся предпроектные или проектные уже работы. Я полагаю, что с того момента, как только будет завершено строительство микрорайона Репина, мы начнем приводить надлежащее состояние. Уже не текущий ремонт, а капитальное строительство дорог. Сегодня есть там очень узкое место, там, где самовольно был сначала построен магазин, потом через договор мены был отдан под храм, и сегодня это самое узкое место сужения дороги, причем храм находится на канализационных магистральных колодцах, поэтому есть у нас моменты такие, что рассматривается вопрос и о переносе высоковольтной линии 150 мегаватт, что тоже очень затратно. Но, тем не менее, мы рассматриваем все варианты, приемлемое решение, оно будет принято буквально в ближайшее время. Рассматривается вопрос также продолжения строительства трамвайного полотна вдоль поселков Искра, Полюса, городская усадьба с выходом на Сельдинское шоссе к старому посту ГАИ, закольцовка с сегодняшним трамвайным маршрутом. Садоводческим, да. Ну, естественно, предусмотрено строительство дорог, расширение
самого дорожного полотна. А сегодня есть некие вопросы в самом микрорайоне Репино. Не везде есть тротуарные дорожки. Мы работаем над этим вопросом. Я уверена, что в течение летнего периода мы приведем в надлежащее состояние все тротуары, которые есть в микрорайоне. Ну и ряд мелких вопросов, которые сегодня требуют решения. Поэтому поступило предложение от жителей. Есть сквер от Наримана вдоль Искры, ограждение, вот Березовая аллея, она в запущенном состоянии. Сегодня к архитекторам Капитонова Александра Михайловича есть предложение, разработал проект реализации и создания поступившего от жителей предложения аллея художников, архитекторов. Мы работаем над этим вопросом. Я полагаю, что в течение летнего периода мы также реализуем этот проект. Хочу сказать, что жители очень инициативны, неравнодушны. Микрорайон очень молодой, очень много молодежи, детей. Садик, который там сегодня есть, он уже переполнен. А дети школьного возраста посещают школы 28-56. Конечно, тоже не очень удобно, поэтому строительство школы в следующем году. Нам, конечно, начало в этом году, а завершение планируем, что в следующем. Нам, конечно, даст снижение социальной напряженности и предоставление качественных услуг жителям этого микрорайона. Микрорайон огромный. Он рассчитан в будущем на 20 тысяч человек проживающих. Сегодня там проживает 7,5 тысяч. Насколько я понимаю, вот примерно по такой же схеме будут развиваться новые микрорайоны и в новом городе, и в дальнем, да, Свежем. У нас уже как бы в этой части урегулирован вопрос. И сегодня идет проектирование комплексной застройки, где предусматривается сразу все, вся социальная инфраструктура, инженерная, транспортная инфраструктура, потому что есть у нас, к сожалению, такие микрорайоны, как микрорайон Репино, где было произведено огромное количество построено жилья, а социальная инфраструктура не предусмотрена инженерно. Мы сегодня имеем проблемы в реализации и в решении этих вопросов. Поэтому строительство Запад-1, Запад-2, да и другие, 8-й квартал, центральный, все предусмотрено именно в соответствии с требованиями градостроительного земельного кодекса и тех требований, в соответствии не только с указами президента, но и других законов о предоставлении качественных услуг населению и создании комфортной среды проживания. Спасибо, Марина Павловна. Сейчас у нас небольшая пауза. Мы прерываемся на рекламу и через некоторое время продолжим. Добрый день, уважаемые телезрители, те, кто к нам только что присоединился. У нас в эфире программа «Первые лица» и в студии государственного телевидения глава города Ульяновска Марина Беспалова. Марина Павловна, следующий вопрос, который я предлагаю обсудить, это дорожный. Скорее всего, даже дворы. Мы видим, что на центральных магистралях работает ремонтная техника, но нарекания от жителей сегодня больше связаны с внутридворовыми территориями, потому что дороги разбиты. Вы сами это видите. Что будете делать? Ну да, на самом деле в последнее время очень много поступает обращений от жителей на благоустройство, приведение нормативного состояния внутридворовых территорий, благоустройство дворов, где они проживают. Это очень хорошо, потому что это говорит о том, это показатель неравнодушия. Желание участвовать, да, в городской жизни. Совершенно верно. И приводить ту территорию, где ты проживаешь, в надлежащее состояние. Но, к сожалению, проблема достаточно велика. Все, что было построено много лет назад, несколько десятков лет назад, внутридворовые территории никогда не ремонтировались и не приводились в нормативное состояние. И поэтому количество таких дворов, оно очень огромное. И на эти цели нужно не одна сотня миллионов средств. И поэтому на сегодняшний день мы пока в бюджете предусмотрели всего порядка 80 миллионов на ремонт. Только ремонт внутридворового дорожного полотна. Это, конечно, не те объемы, которые нам требуются. Мы всего-навсего отремонтируем там где-то порядка 135 дворовых территорий проездов, но, по крайней мере, начало уже есть. И если будет дополнительное финансирование, мы, конечно, будем направлять на эти цели, потому что все разбито. Вот заезжаешь в такие микрорайоны и районы, как на нижней террасе, на верхней террасе,
в Ленинском районе, там, в районе проспекта Нариманова, Ватутина, Гафурова, Олега Кошевого, да, Засвияжье, 18-19 микрорайон, Дальний Засвияжье, то есть все старые районы, их можно перечислять до бесконечности. Ну да, время делает свое. Да, конечно, и они уже пришли в негодность, эти дороги, их никто никогда не обслуживал. Конечно, интенсивность использования дорог. Поэтому на сегодня это очень важный момент в работе администрации города. Ну и, конечно, параллельно благоустраиваются те дворовые территории, где идет ремонт дорожного полотна. Это и установка малых архитектурных форм, это и спортивные сооружения, и снаряды, это и посадка деревьев, кустарников, клумбы. Я хочу сказать, жители сами очень активно благоустраивают свою территорию. И очень много приходят на прием и говорят, у нас есть, вот даже к нам Сергей Иванович подходили, говорили, у нас есть там 80 миллионов, но эта площадка там стоит 180 или 200 миллионов, нам не хватает, мы эти деньги сами собрали, не могли бы вы нам помочь? Когда такие предложения поступают, хочется помочь, потому что видишь, как жители стремятся к тому, чтобы двор был в надлежащем состоянии, там сделан уголок для детей, уголок для чуть больше возраста детей, которые занимаются спортом, там для мамы с колясками, с детками, для пожилых людей. И чистота, порядок устанавливается, камеры видеонаблюдения. Скажите, делается ограждение, хочется уже помочь, попринимать участие, найти какой-то ресурс бюджетный или привлечь, как попросить в рамках благотворительной деятельности. Эти болячки вы через депутатов городских собираете или напрямую в руководство приходите? И через депутатов городских, и через депутатов законодательного собрания, и через администрацию города на приемы приходят. Очень много обращений в правительство Ульяновской области. То есть это все обобщается. В любом случае вся информация стекается в городе. И мы обобщаем эту информацию. Где-то в рамках выездных мероприятий губернатор ставит себе в план, где-то глава города, где-то глава администрации, глава района, то есть депутатский корпус. А просто даже общественные советы или объединения неравнодушные этим занимаются. Тоже у нас такие есть. У нас достаточно сейчас хорошее развитие получает некоммерческие организации, социально ориентированные, НКО так называемые. И в бюджете субъекта, в бюджете муниципалитета для этих целей предусмотрен финансирование по разным направлениям. Поэтому участие самих граждан в жизни города, в жизни той территории, где проживает тот или иной гражданин, это очень важно. Следующий вопрос. Мы говорим о дорогах, о том, что и у дорожников, и у коммунальных служб очень горячая пора. Но вместе с тем сейчас летние каникулы, а школы пустые. Как всегда, это время используется для того, чтобы навести в них порядок. Капитальные реконструкции где-то уже будут производиться? Или вы поменяли все системы отопления во всех школах, заменили все окна в детских садах? Ну, нет, к сожалению, мы в этом году не сможем завершить, как планировали, в полном объеме замену оконных блоков во всех школах. А мы переходим на следующий год, это в основном школы. Переносится немного, немножко, да? Небольшая сумма, где-то, наверное, я полагаю, где-то порядка 30-35 миллионов. В основном это школа Заволжского района, Дальнего Засвияжья, которые были построены в более позднее время. Но тот объем работы, который выполнен по тем уже школам, он, конечно, дал положительный эффект, потому что вместе с оконной группой менялась вся инженерная инфраструктура, это и обеспечение, вернее, ремонт системы отопления, водообеспечения, канализирования, электрических всех сетей. Столовые, пищеблоки, да, и, естественно, смотрелась кровля, и, конечно, результат этого есть, потому что это не только выполнение закона по энергоэффективности, но это экономия бюджетных средств, экономия энергоресурсов. Поэтому параллельно, работая не только по школам, те учреждения, детские сады, учреждения культуры, спорта, которые закрывались на ремонт, там тоже менялись везде окна и производился капитальный или текущий ремонт. Мы в этом году предусмотрели на окна 55 миллионов, это только для школ. Мы предусмотрели дополнительно вот на крайнем заседании городской думы 74 миллиона для общеобразовательных школ, для того, чтобы
подготовить школы к началу учебного года. То есть в рамках бюджета было предусмотрено финансирование, но его оказалось недостаточно, потому что есть предписание Роспотребнадзора, Роспошнадзора, и поэтому 74 миллиона мы предусмотрели на школы. 24 миллиона на детские сады. Это и кровли, это и медицинские кабинеты, это и пищеблоки, это и туалеты, и, естественно, инженерная инфраструктура. И в рамках подготовки к началу учебного года, а в садиках, несмотря на то, что непрерывный процесс, мы все равно готовимся к началу отопительного сезона, это и промывка, это прессовка, и замена, и поэтому те объемы работ, которые были запланированы и появились дополнительно, они все обеспечены финансированием. В Отраде, скажите, как стройка идет? Стройка в Отраде идет полным ходом. На сегодняшний день все в рамках того графика производства работ. Я полагаю, что мы в соответствии со сроками выполним свои обязательства, запустим не только детский сад, но и пищеблок в школе, и ремонт школы. Я полагаю, что в этом селе уже таких проблем не будет, как до этого были. У нас есть в планах не только в Отраде, у нас есть и строительство новых детских садов, это и улица Вольная, опытное поле, я вам уже говорила в предыдущей, в нашем вопросе, микрорайон Репино и Запад-2. И у нас очень много проектов на Шагаева, на Шолма. Мы сегодня рассматриваем вопросы, в том числе и строительства в рамках частно-государственного партнерства детских садов под ключ с последующим выкупом. Сегодня идет капитальный ремонт. Капитальный ремонт 125-й садик, 135-й садик, в 12-й школе мы готовим, сегодня нет востребованности по проектной мощности, мы готовим для старших групп места. Поэтому объем работ, который предусмотрен в текущем финансировании бюджета 2015 года, он в полном объеме реализуется, и мы планируем еще дополнительно, если будет финансирование, предусмотреть на у нас в программе и бульвар Львовский, и бульвар Фестивальный, хотя они у нас стоят в плане 2016 года, Заволжский район, но если будет финансирование, мы, возможно, начнем в этом году. Все будет зависеть от того, насколько доходная часть бюджета будет перевыполнена. От текущей экономической ситуации. Да, совершенно верно, от текущей экономической ситуации, от тех показателей, которые сегодня есть в бюджете. Мы будем строить самолеты, шилки, буки, продавать их. Будет все хорошо. Марина Павловна, следующая тема. В прошедшем учебном году некоторые учреждения, наши, я имею в виду школы, вошли в программу «Социокультурные истоки». Эффект от этой программы каков? Стали ли наши детки больше знать о нашей малой родине, больше любить ее? Самое главное, чтобы взрослые для себя определили, поняли, что это необходимо, что все начинается с родины. И ну, если только. Есть такая и программа, только, наверное, да, уже и поняли. И не только, да. Социокультурные истоки – это программа, аккредитованная, залицензированная в Министерстве образования Российской Федерации. Она давно уже реализуется на всех, во всех территориях, в большинстве территорий Российской Федерации, в муниципалитетах. Мы ее, к сожалению, начали реализовать только в 2014 году. Сегодня реализуется в 29 школах, 13 детских садах и 8 учреждениях дополнительного образования. Вообще данный образовательный комплекс, он направлен на духовно-нравственное воспитание, развитие духовной основы личности ребенка, ну и раскрытие, естественно, творческого капитала, потенциала подрастающего поколения. Вообще эта программа координируется управлением образования и другими общественными организациями, нашими высшими учебными заведениями, в частности, педагогическим университетом. Мы обучили порядка 90 воспитателей и педагогов. Очень задействована в этой программе активно и Центральная городская библиотека имени Гончарова, и Союз православных женщин, и региональный центр православной культуры, и большое участие принимает, конечно, наша епархия. Это очень важно, потому что не может комплекс быть полным, если там не представлены все и не задействованы все структуры, которые могут внести положительный, принести пользу. Хочу сказать, что очень важно, когда мы провели социологические исследования, проводил их Центр «Росток»,
вместе с родителями, детьми и родителями, и мы увидели, что эта программа нужна, она востребована, и родители ее положительно отмечают. Угу. И предлагают активизировать свою работу всего коллектива, всех тех, кто принимает участие в этой программе. Потому что мы сегодня должны сказать, что семейные ценности и традиции, они претерпели в 90-е годы, как и экономика нашего государства, претерпели некие изменения. И как-то это все ушло не на нет, но как-то снизилось, и акцент сместился. На сегодняшний день мы должны прекрасно понимать, что семья – это основа нашего государства, нашего общества, и ребенок воспитывается в семье тогда, когда он поперек, а не когда он вдоль. И на сегодняшний день, если мы не будем уделять должного внимания сохранению семьи, развитие семейных ценностей, традиций, особенно воспитание детей, выстраивание отношений, коммуникации, адаптация ребенка в обществе, в коллективе, в детском саду, в школе, это, конечно, должны основу дать родители. Сегодня бытует, к сожалению, еще бытует мнение о том, что воспитывают и учат детский сад и школа. Нет, воспитывают и учат родители в семье на собственном примере. А детский сад и школа корректируют. И вот взаимодействие школы, детского сада, родителей, взрослых, других структур гражданского общества, это сегодня это очень важно. А вы же вот, я знаю, что у вас семья многодетная, вы же на собственном примере своей второй половинкой воспитываете своих детей, приучаете к труду, приучаете к взаимовыручке, к уважению, приучили, я уверен, что они вас любят, родители, своих бабушку, дедушку. То есть вот эти основы самые простые, их детям нужно доносить тогда, когда они маленькие, в себя все впитывают и смотрят на родителя, как на маму, на папу, как на какое-то божество. Вот такие ценности, традиции, ну, семьи должны быть в каждой семье. В нашей семье, наверное, как и во многих многодетных, младших учат старшие. Такое самообразование еще происходит. Родителям старшие дети помогают. Это безусловно. Социальные, социокультурные истоки. В результате эта программа в следующем году будет расширяться, да? Да. Мы, когда провели социологические исследования, мы увидели, что есть интерес, востребованность, есть результаты. Поэтому принято решение, что она будет иметь далее внедрение. И уже с начала учебного года она будет внедрена во всех школах и детских садах. И мы для этого предусмотрели. Во всех детских садах и школах мы предусмотрели учебно-методические пособия, приобретение и продолжение обучения педагогов и воспитателей, повышение квалификации именно по этой программе. Причем по этой программе обучение педагогов и воспитателей оплачивается нашими меценатами. У нас очень большая группа родителей, которые работают в разных сферах, в том числе и в бизнесе. Они продвигают эту программу, поддерживают ее и не только помогают нам повысить квалификацию педагогов и воспитателей, но и оказывают другую помощь в решении тех или иных вопросов, в том числе и в приобретении учебно-методических пособий, посещении, проведении различных форумов, конференций, круглых столов на данную тему. Ну, мы так скажем, это наша муниципальная практика, которую мы презентуем как лучшая муниципальная практика взаимодействия власти, общества в части воспитания детей, духовно-нравственного воспитания и усиления роли семьи в обществе и укрепления семьи, семейных ценностей и традиций. Спасибо. Наверное, пока мы с вами здесь в студии разговариваем, детки в оздоровительных лагерях уже встали, позавтракали, и наверняка какие-то образовательные занятия у них начались. Сейчас мы посмотрим сюжет, а потом продолжим разговор. В прошлом году детский оздоровительный лагерь имени Деева отметил 60-летний юбилей. Из года в год сюда приезжают ребятишки, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. 2015-й не стал исключением, и первая смена открыла двери для хороших знакомцев и новичков лагерной жизни. За весь сезон мы планируем оздоровить порядка 1000 детей. С детьми уже проводится кружковая работа, мероприятия общелагерные, так и отрядные.
Каждый загородный лагерь традиционно готовит оригинальную спортивную, развлекательную и культурную программу. Вот и в лагере имени Деева пройдут профильные смены. Это православные смены у нас заезжают, детки, которые ходят в воскресные школы. Аэростарт, профориентационная направленность – это в области авиастроения. И спортивные отряды. Коллектив здесь давно устоялся, меняются только вожатые. Они приходят из педагогического университета и 4-го колледжа. За гостеприимство, отличные развлекательные программы и вкусную еду дети обожают лагерь и приезжают сюда снова и снова. Мы открываем 21 планету. Сегодня планета вежливости. Я в этом лагере уже 4-й раз. Мне здесь все нравится. Здесь очень вкусно кормят. Веселые дискотеки, разные мероприятия. А самое главное, тут вежливые и добрые вожатые. Всего же в детских лагерях Ульяновской области в этом году отдохнут около 70 тысяч детей. В Ульяновске 6,5 тысяч ребят примут в муниципальных лагерях «Огонек» имени Деева, «Орленок», «Ласточка» и в 86 пришкольных лагерях. 1 июня 65 образовательных организаций открыли двери для отдыха детей в городской черте. Все мероприятия, все уже продумано, все программы подготовлены. Все лагеря проверили сотрудники контрольных ведомств. Особенно пристальное внимание уделили вопросам безопасности. Так что можно рассчитывать, что летний отдых ребятам ничто не омрачит. И в новый учебный год они вступят полные сил, с массой приятных впечатлений и множеством новых друзей. Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Марина Павловна, на ваш взгляд, созданы ли сегодня в Ульяновске все условия для полноценного отдыха? Наверняка вы скажете «да». Но мы не раз в процессе разговора говорили, что в России сегодня новое экономическое время наступило. И в связи с этим, конечно же, может быть, это транслировалось и на семейные бюджеты. Доступность летнего отдыха. Насколько она сегодня, каждая семья ли может сегодня позволить себе отправить ребенка в лагерь? Ну, с 1 июня стартовала оздоровительная кампания для наших деток, и 86 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, это в наших учреждениях на базе школ, учреждениях дополнительного образования, учреждениях спорткомитета. Мы планируем, что порядка 6,5-7 тысяч школьников у нас отдохнут, период 21 день смены. А родительская плата за смену 324 рубля с питанием. Угу. Также у нас открылись все подростковые клубы. Все подростковые клубы открыли тоже оздоровительные лагеря для тех деток, которые посещают или проживают в данном микрорайоне. И также у нас все открылись загородные лагеря. Лагерь «Огонек» на 230 мест. Три смены предусмотрены. Открытие было 9 июля. Июня деток уже завезли, и дети уже отдыхают. Лагерь имени Деева 4 смены по 240 мест каждая смена. С 1 июня тоже детки уже отдыхают в лагере. Орленок на 3 смены, значит, 96-100 человек, тоже с 10 июня, вчера первая смена заехала на отдых. Лагерь «Ласточка» 4 смены, 120 два места. А с 1 июня лагерь «Ласточка» тоже заработал. Спортивный, да? Да. Поэтому небольшое количество по сравнению с другими. Совершенно верно. Ну и в селе Скугареевка также у нас открывается на 100 мест. Три смены. Дети будут проживать в палатках, но там есть стационарные столовые, все удобства соответствующие. Палаточный лагерь, да. И я хочу сказать, что мы его открыли первый раз в прошлом году, в 2014-м. Он также пользуется спросом у деток, у родителей, потому что хорошая природа, хорошие условия. Самый главный воздух. Чистая родниковая вода, да, естественно, и общение детей. Ну и кроме этого, у нас достаточно большая программа для детей всех возрастов, и в том числе для молодежи. Она реализуется спорткомитетом и управлением культуры. Я знаю, что наше высшее учебное заведение, среднее специальное, также предусмотрели отдых, организованный отдых для детей, для молодежи, для студентов. Проект «Жители Олимпийского города». Я знаю, что в Ульяновске уже есть проезд или улица Олимпийский.
проспект Олимпийский. Проспект Олимпийский. Внутри дворов, насколько жители могут быть причастны к спорту и чувствовать себя столицей, несмотря на то, что Сочи уже давно позади, насколько мы можем быть ближе к спорту и ближе к Сочи сегодня? Это 10-11 год была федеральная программа «Жители Олимпийского города», и город Ульяновск принимал участие в этом. Началось в 10-м. Да, и поэтому данный проект сохранился, он финансируется в полном объеме, и реализация идет и 13-й, и 14-й, и 15-й год. Эти все мероприятия спортивно-развлекательно проходят во внутридворовых территориях, на спортивных площадках. Угу. Там активно участвуют наше муниципальное бюджетное учреждение «Симбирцит». У нас уже более 60 ТОСов, и представители ТОСов организуют вместе с жителями различные мероприятия, и поэтому эти два проекта они соединены. Вернее так, они идут параллельно. И на сегодняшний день и в бюджете предусмотрено финансирование на реализацию таких программ через ТОСы и конкретно через спорткомитет на реализацию данного проекта через муниципальное бюджетное учреждение «Симбирцит». И работают тренеры в каждом дворе, есть программы. И мы продолжаем во внутридворовых территориях устанавливать и антивандальные тренажеры, спортивные снаряды, и хоккейные, и волейбольные площадки, и баскетбольные, для того, чтобы дети в свободное время могли себя занять спортом. Вместе с родителями. Здоровый образ жизни. Вместе с родителями. Вот я как-то проезжала по Пархоменко на 28-ю школу, и там для того, чтобы позаниматься на антивандальных тренажерах, очередь. Днем занимаются дети, рано утром приходят взрослые, даже уже такого преклонного, солидного возраста, ну а вещами, естественно, занимается молодежь. И там, где это пользуется спросом, мы уже рассматриваем вопрос установки дополнительных каких-то спортивных снарядов для того, чтобы каждый мог найти себе применение. Этот проект пользуется спросом, у нас сегодня реализуется активно и успешно. Спасибо, Марина Павловна, вам за беседу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа «Первые лица», и сегодня в ней принимала участие глава города Марина Беспалова. До свидания. До свидания.